Промышленность Советского Союза выпускала очень много странных вещей, которые в наше время вышли из употребления по самым разным причинам. Каждый хотя бы раз видел странные пирамидальные упаковки молока. Однако еще в СССР были и треугольные стеклянные бутылки. Правда, распространены они были далеко не так широко и предназначались для весьма специфической жидкости. Узнаем, зачем же они были нужны. В начале второй половины 20 века такие треугольные бутылки можно было увидеть в каждом продуктовом магазине страны. Более того, они имелись на многих советских кухнях, активно использовались хозяйками. Для чего же они были нужны? И зачем на заводах страны понадобилось специально делать еще и бутылки треугольной формы? На самом деле, все очень просто. Предназначалась треугольная тара для разлива уксусной эссенции. В треугольные бутылки в СССР наливалась только она. Никакие другие, в том числе пищевые жидкости, в бутылку подобной формы в 1950-1970-е годы не разливались. Прежде всего стоит напомнить, что такое уксусная кислота, уксусная эссенция и столовый уксус. Уксусная кислота – это одна из слабейших кислот, однако вместе с тем очень опасный реагент для человека. В концентрированном виде уксусная кислота оставляет ожоги, может привести к отравлению и смерти. Применяется она в промышленности. Известно вещество с глубокой древности, как подобный продукт производства спиртных напитков. Обычный уксус, в свою очередь, широко используется в кулинарии в качестве приправы и консерванта. Столовый уксус – это раствор воды и уксусной кислоты. Причем доля последней в нем колеблется от 3 до 15%, что делает его фактически безопасным. Но пить все равно не стоит. Кроме того, есть уксусная эссенция, которая выпускается для решения бытовых и пищевых целей. Однако не в сыром виде, так как содержание уксусной кислоты в эссенции может достигать 70%, что делает ее смертельно ядовитой для человека. Соответственно, уксусная кислота – это просто 100% химический реагент без содержания воды. Собственно, теперь должно быть очевидно, зачем в СССР уксусную эссенцию разливали в специальные бутылки. Так как жидкость была потенциально опасна для жизни и здоровья, ее помещали в легко узнаваемую визуально и на ощупь тару. Даже взяв такую бутылку в кромешной темноте, станет сразу понятно, что пить из нее не стоит.